Подожди, мы идем в Infinity? Ну да. Мы идем в Infinity днем? Ну да, Лень, днем. Подожди, ну ведь там только ночные вечеринки. Здесь можно, между прочим, неплохо пообедать. Я не первый раз сюда приезжаю на бизнес-ланч. Шоурум работает уже порядка полугода. Я не один раз бывал тут на различных вечеринках. Одно только открытие чего стоило. В этих стенах выступал сам DJ Фил. Но все это было в ночное время. А что тут происходит днем, я и не догадываюсь. С 12 до 4 часов дня в Infinity действует скидка на обеденное меню – 20%. Но даже не в выгоде дело. Просто я знаю, что здесь всегда очень вкусно накормят. Слушай, ну первый раз в жизни вижу, чтобы мне приносили меню в планшете. Лёнь, ну гаджеты, они сейчас везде. Согласен. Смотри, тут прям даже фотографии всех блюд есть. Здесь есть и фотографии от посетителей. Давай оставим заведение на память. Серьезно? Да. Давай. Меню этого заведения – настоящее гастрономическое путешествие, способное удовлетворить запросы самого изысканного гурмана. А у нас есть восточная, европейская кухня, а также мы готовим блюда на огне. А могу вам посоветовать шашлык и свинину в брусничном соусе. Так, да, хорошо. А начнем мы с салатов, да? Пусть будет цезарь с курицей, ну и какой-нибудь приятный сюрприз от вашего шеф-повара. Визитная карточка любого ресторана – это закуски. Здесь их готовят просто божественно. Божественно вкусно и божественно красиво. Я так полагаю, это у нас овощи, это, скорее всего, язык, а вот то, что в центре, я даже не знаю. Это суджук и бастурма. Нигде в городе тебе такой закуски больше не предложат. Бастурма в этом ресторане приготовлена по домашнему рецепту, который не меняется уже тысячи лет. Говяжье филе вымачивают в специальном растворе с добавлением целого букета специй. После таких закусок мы с нетерпением ждали, когда нам принесут салаты. Чем же нас удивят на этот раз? Леня заказал себе традиционный цезарь с курицей, а вот мне достался подарок от шеф-повара – салат «Вечерний город». Несколько видов мяса и ветчина, свежий огурчик, маринованный горошек, картофель во фритюре и вкуснейшая заправка. Любое заведение можно оценить по тому, как в нем готовят цезарь. Здесь он сытный, вкусный, его много, мне все нравится. И мне очень интересно узнать, как там поживает мой шашлык. Ты хочешь посмотреть, как его готовят? Пойду попробую попроситься на кухню, надеюсь, меня пустят. Обычно я обедаю здесь, но знаю, что в Infinity есть еще один обеденный зал. Надо бы узнать у администратора о его возможностях. Мы проводим не только вечеринки, также мы проводим свадьбы, юбилеи, корпоративы, детские мероприятия, дни рождения и выпускные балы в нижнем этаже нашего здания. То есть в цокольном этаже находится кафе-бар, там вместимость более 100 человек, поэтому все мероприятия подобного формата мы проводим именно там. Также постоянным гостям и посетителям нашего клуба мы выдаем персональную индивидуальную карту. Эта карта выдается девушкам, это парням. Далеко не в каждом заведении Канска готовит шашлык на открытом огне, поэтому я отправился на кухню. Спасибо, что впустили. Очень традиционно. Паприка, черный перец, лук, больше ничего и мясо, чтобы был вкус именно мяса. Какое мясо выбрать – это дело вкуса каждого. Однако в одном можно быть точно уверенным. Более нежной и изысканной свинины в других ресторанах вы не найдете. Настя, вот смотри. Я до сегодняшнего дня в Infinity ни разу не был в дневное время суток. Угу. А ты ни разу не была в Infinity в ночное время суток. Ну, есть такое. Предлагаю в ближайшую пятницу или субботу это дело исправить. Ну, хорошо. На выходных, когда на город опускается ночь, это заведение превращается в великолепную площадку, которую уже знают все гурманы электронной музыки Канска. За пультом этого шоурума уже были такие артисты, как Женя Петрова, диджей Мовски и многие другие. И впереди, как нас уверили, посетителей ждет не меньше. Винсент Вега будет играть у нас хаус, стейдж хаус, дип хаус. И те, кто желает прийти, приходите 8 мая. Винсент Вега, Infinity шоурум. Приезжает Миша Хайк, он со своим туром и колесит по всей России и заглянет к нам со своим альбомом. Его поддержит и на разогреве будет играть наши местные ребята, группа «Не молчать», где будет солировать Иван Репин. В общем, я уверен, в ближайшие выходные мы с Настей точно окунемся в бесконечность. В бесконечность драйва и позитива.
мире есть лишь одно место, где можно обрести бессмертие – пик великой и неприступной горы Эверест. Здесь, за пределами человеческих возможностей, самые сильные мужчины бросают вызов стихии. У каждого свои причины стремиться к вершине, но последнее слово всегда за горой. Настя, ты вообще меня слышишь, нет? Я не могу тебя слушать, я просто наслаждаюсь этим печеньем. Настя, какое печенье, ты понимаешь? «Эверест» – это, возможно, лучший фильм 2015 года. Услышь меня, Настя, лучший фильм 2015 года. А это может быть лучший десерт, который я когда-либо пробовала в своей жизни. Настя, ну десерт можно всегда попробовать. Отложить его на попозже. Фильм «Эверест» нужно смотреть сейчас, пока он идет в кино. Потом ты себе такого позволить не сможешь. Никуда не пойду, пока не доем свои макароны. Да, Хансен. Что делаешь в свободное от гор время? Разношу почту. Будешь первым почтальоном на Эвересте? Надеюсь. Ха, круто. Я знаю, опыта у всех собравшихся в избытке, иначе бы вас тут не было. Но Эверест – самое опасное место на Земле. Как погода? Отлично. Я так хочу быть рядом. В следующий раз пойдем все вместе, обещаю. Втроем. Твоя жена не против? Она за. С тех пор, как мы развелись. Доброе утро, люди! Сам мэр базового лагеря пожаловал. Присядь, расслабься. На высоте полета Боинга 747 наши тела в буквальном смысле слова начнут медленно умирать. Вопрос лишь в том, успеем ли мы покорить вершину и вернуться. Держи равновесие! Потерпи немного, приятель. Каких-то пара дней, и твое имя впишут в историю Эвереста. Надвигается облачный фронт. Дело дрянь. О, нет! Там сейчас группа, а погода портится. У нас проблема. Кислород на исходе, так. Иди, Роб. Нет, я тебя не брошу. Пошли. Я не хочу умирать. Роб, послушай меня. Ты должен идти дальше. Если кто и сможет, то это ты. Люблю тебя. Эверест.